развлечься. Вот, смотрите, главный архитектор. К нему сложно подступиться сегодня, но не мне. Пап! Пап! Ладно, не сейчас, я сам. Вот обломчик. А кто-то обещал крутой концерт. Видимо, папаша не до тебя сегодня, ладно, пошли к нам. Подобными ценностями и нравоучениями. Нужно избавляться от них. Что скажете? Все. Вот моя территория. Теперь я смогу делать все, что захочу. Посмотрим, как вы без меня. Подарочек, смотрите, нам вручили подарочек. Мы не знаем откуда, что там внутри. Сейчас будем смотреть, да? Да. Таня! Вот какая из 4 годика. Вот какие девочки могут быть из 4 годика. Синие. Вот какие они синие. Они за большие такие. Ну, я Майка. Ну, мне 4 и 4. Я боюсь только залезать на большую. Там такая страшная была. Открываем. Может, на волки? Что такое красивое, блестящие штаны, теплые леггинсы. Еля, посмотрите, какая куколка запечатанная. Это что? Мочалка-лисичка. Лисичка, что еще? Что еще, смотри. Заколочки, набор заколочек. Вот, как раз мне новое. Да. О, паста зубная. Настя, уже заколочки. Набор фломастеров. Или это мелки? А, мелки. Восковые мелки. Мини-ручки гелевые. Мини-ручки гелевые. Мелки, паста. И блокнот. Где писать? И блокнот. А я уже заклеила. Вот такие вот подарочки. А, и еще зубная щетка. Да. Кстати, Настя, как раз мы тебе хотели купить новые. Да, вот и блокнот. Я ее открыла.
принесу ванную. Хорошо. Какая она. Вот такие вот у нас подарочки. Так что всех, дорогие друзья, с Рождеством!